Здравствуйте, мои дорогие зрители! Здравствуйте, мои прекрасные друзья! Сегодня я буду говорить о моде, потому что после этой тяжелой весны очень хочется, чтобы лето было очень праздничным, нарядным, хочется красиво выглядеть. Я думаю, что ни в каком возрасте и ни при каких размерах остро модные вещи не помешают. И я вам сейчас это продемонстрирую. Вы обязательно посмотрите это видео до конца. Итак, что я купила? Да, к этому возрасту мы уже реализовали себя, мы уже имеем какое-то понятие о себе, уже знаем, что нам идет, что нет, и все-таки уже хочется себя проявить в одежде, дать себе какую-то свободу. Тем более, вы знаете, сейчас тенденция моды как раз универсальная. Можно носить, ну, почти все. Все, что тебе идет, все, что ты хочешь. И мне уже хочется самореализоваться в одежде, показать себя, какая я все-таки могу быть. У нас к этому времени уже есть какая-то бижутерия, которую мы собирали всю жизнь, интересная, которая поможет обыграть любой наряд. И в конце концов можно что-то и купить. А мы в душе все остались очень молодыми. И я хочу, чтобы в это лето вы все последовали моему примеру и дали себе волю, своей фантазии, расслабились, почувствовали себя свободными и проявили себя и в одежде, и во всем. Для меня лето – это праздник, потому что после того, что мы пережили весной, да, это праздник. И несмотря на то, что когда были съемки в нарядах, я попадала под дождь, и у меня там совершенно мокрые волосы, и наполовину я мокрая, там был сильный ветер, ничего, все равно настроение было чудесное и радостное. Дорогие мои друзья, мы с вами прекрасны, мы с вами замечательны, и мы будем всегда такими. Итак, смотрите видео и обязательно напишите мне комментарии. А я вас всех люблю, целую, всего самого хорошего, мои дорогие женщины. Я себе купила такую юбку, у нее разрез сбоку, и к этой юбке можно одевать и другие кофты и свитера. Ну, например, сейчас вам красная юбка. И, ну, и как сейчас модно, красные юбки, здесь грубый шерстяной свитер. Вот этот льняной свитер. Такой грубый воротник, типа хомута, как сейчас модно. Расширенный рукав. Да, это лен. Льняной свитер. Это уже более нарядная блузка с красной юбкой. Она более такого темного цвета. И хочу сказать, здесь большой вырез. И здесь есть люрикс, она с подкладкой, как сейчас модно, сетка. Извините, пайетки нашиты. И к этой же юбке я купила вот такой замечательный, очень модный шарф с рисунком. Здесь, видите, и на черном фоне горошек, и на красном фоне черный горошек, и еще такие вот авангардные рисунки. И вот еще одна моя очень остро модная покупка. Это волшебное платье с остроугольным подолом. Подол отделан большим черным кантом. Платье из вискозы. И, ну, вот оно очень хорошо смотрится с какими-то такими простыми свитерами грубой вязки. Или из льна. Вот у меня такая. И вот такую еще трикотажные брюки с золотыми лампасами по бокам. Они зауженные, типа скини, как, например, с такой золотым свитшотом и кардиганом. Ну, я вам кардиган уже показывала.
Он тоже с золотой ниткой, как и кофта золотистая. Все это смотрится очень интересно. Ну и, естественно, много украшений, в том числе вот мои, посмотрите, как сюда подходят браслеты. Ну, если я собираю коллекцию браслет, слежу за модой, то, конечно, у меня всегда есть что одеть на этот случай. Но это уже классический вариант. Бежевые брюки. Ну, вот с такой пиджак-блуза вот из вельвета. Ну, а если мы оденем с этими же брюками наш кардиган, который мне все-таки очень напоминает кимоно по этому типу, то уже мы получим более такой элегантный, нарядный вид. Здесь тоже такие же бежевый рисунок, идентичный. Поэтому я думаю, что это очень даже уместно. Неплохо эти брюки будут смотреться и с вязаным кардиганом оверсайз, как и предыдущий кардиган оверсайз. И, ну вот, мне кажется, что очень интересно с такими, видите, здесь карманами. Весна на улице! С праздником, видны вас! Или начатой страницы белее майских облаков, белее паруса морского вдоль черноморских берегов, белее чайки острокрылой, белее акации в снегу, белее платка девчонки милой, оставшийся на берегу. Ах, это белая сирень, так ослепила этот день, цветущая в ладонях лета, вся из любви, добра и света. Ах, это белая сирень, ах, это белая сирень, белее Невской белой ночи, белее северного мха, белее паруса морского, белее солнечного дня, белее чайки острокрылой, белее акации в снегу, белее платка девчонки милой, оставшейся на берегу. Ах, это белая сирень, так ослепила этот день, цветущая в ладонях лета, вся из любви, добра и света. Ах, это белая сирень, ах, это белая сирень. Идет, ты ж просила видео. Вот, все, пожалуйста.